Приветствую всех на канале Пернатый Дозор. Меня зовут Алексей. Съездил я в город Самару за комбикормом. И сейчас я вам хотелось показать, какой комбикорм я оттуда привез. Вот такой вот комбикорм приехал у нас. Ну что ж, сейчас посмотрим содержимое. Вот такая вот гранула. А первый мешок попался. Гранула крупная. Тут и гранула уже мелкая. Ну вот такой вот сам корм. Такой вот мешочек. Здесь и получается самарский комбикормовый завод. Лучшие для роста и развития. Срок у нас получается у комбикорма изготовлен 1.11. Ну, тут две партии у нас попались. 1.11. 1.11. Это я уже всыпал. 1.12 даже есть. То есть изготовлен 1 декабря. Так, ну а теперь покажем сам комбикорм. Сыпал я его. Вот такая вот гранула. Пахнет очень приятно. Даже более чем приятно. Дал птичке своей. И что могу сказать? Дал по норме, скушали все. Вот такой вот цвет. Вот такой вот размер. Крошек и мучной продукции практически нету. Попадается там на дне. Ну это вообще можно сказать. Это мелочи. Так что вот такая вот консистенция у нас. Отличный корм, довольно таки жесткий, разломить не получается, то есть просушим хорошо. Так, ну вот прошло 2 часа с момента кормления птички. Давал по норме, как вы видите, в кормушках еще есть, то есть птичка наелась. Поэтому довольно-таки сытый комбикорм. Ну, брал я уже его. Брал двух компаний с города Самары. И как бы здесь... Что меня смутило, в другой компании там написано кормосмесь. А тут написано ПК. Яички лежат. Вечерний полет. Поэтому будем пробовать кормить, посмотрим на яйценосность, улучшится или ухудшится. Ну, в дальнейшем расскажем, покажем. Следите за нашими новостями. Всем спасибо. Пока-пока.